Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс начинает свою программу сегодня, пятница, 12 августа 2016 года. У нас сегодня гость, Москва на интернет-проводе, Россия-Москва, и гость, с которым мы не встречались еще. То есть я рад приветствовать замечательную женщину, которая у меня на мониторах, на скайпе. Зовут ее Елена Порецкая. И Елена – парапсихолог, экстрасенс, можно сказать. Она меня поправит, если я не то скажу. Много других, скажем так, эзотерических, если можно выразиться, титулов. И это действительно очень интересно, поскольку с магией, то, что сегодня называется с магией, мы встречаемся в нашей жизни буквально на каждом шагу, но это все как-то непонятно, неизведанно и странно для многих людей. И в центре Сан-Гейтс, вообще-то говоря, мы так приходится этим заниматься, поскольку даже интернет и даже то, что мы беседуем сегодня с Еленой, которая находится в Москве, а мы находимся в городе Чикаго, где только 8:30 утра, это уже магия, это уже какое-то чудо, которого не было буквально несколько там, десятков лет назад, правильно? Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Да, я рад приветствовать вас сегодня в нашем эфире. Это интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс. Сегодня мы можем поговорить на темы, связанные с психологией, с магией, гаданием и так далее. Но если кто-то хочет задать вопрос, у нас есть такая возможность прямо в эфире. Елена может ответить, если таковые вопросы будут. Если нет, тогда после эфира обычно люди пишут нам на YouTube. И на Facebook программы записываются, они выкладываются в интернет, загружаются в YouTube, а далее в Facebook. Ну и таким образом любой человек, который подписался на канал центра Сан-Гейтс, будет иметь возможность мгновенно получить эту программу, как только она появится, в данном случае на YouTube. Ну хорошо, давайте мы... Первый вопрос такой... простой. А что такое магия? И вообще, зачем она надо? И вообще расскажите немножечко о себе, поскольку действительно первый раз мы с вами встречаемся на нашем радио. Ну, значит, я парапсихолог, специалист эзотерических практик, это сейчас так называется. Предсказываю и гадаю на картах Таро. Ну, работаю я, в принципе, с 18 лет. Я начала этим интересоваться плотно, гадать, и у меня уже были какие-то результаты. Потом 11 лет я с 91 года была женой известного эзотерика в России и работала с ним параллельно в его направлении, соответственно. Ну и в итоге, когда я уже ушла от него, я основала свое направление и наработала свою практику парапсихологическую по гаданиям и предсказаниям на Таро, на Ленорман, соответственно. Ну, сейчас также я работаю как медиум, делаю отливки на воске. Ну, бывает, что выкатываю на яйца, это такая старая целительская практика. Вот. Работаю онлайн, пишу предсказания, соответственно, касаемые не только людей, но и каких-то событий мирового значения. В принципе, ну, пишу картины, талисманы, ну, вот как-то так вот все. Работаю «Электросталь Москва, Россия». Угу. Ну, бывает, что и по миру тоже, в зависимости от связи с людьми. Ну, вот мы сейчас как раз по миру. Да, мы на одном континенте, вы на другом континенте, да. Вычислить путь звезды, как я в анонсе там написал, и развести сады. Все может магия. А скажите, вы только что вот упомянули о событиях, вы предугадываете, предсказываете. И это связано с событием мирового масштаба. Вы знаете, у нас чем дальше, вот мы, скажем, больше проходим этап, у нас знаменательное событие будет к концу этого года. Оно окажет влияние не только на Соединенные Штаты Америки, но и на весь мир, поскольку многие, наверное, знают о том, что в конце года будут выборы президента Соединенных Штатов Америки. Последние три
таких цикла были 8-летние, поскольку 4 года по Конституции Соединенных Штатов можно еще раз остаться еще на 4 года, но не более того. Вот последние 3 президента как раз было, срок было 8 лет. Скажите, опять же, очень простой вопрос. Ну, у нас есть 2 кандидата на сегодняшний день. Вот первый вопрос. Из этих 2 кандидатов шансы, я не буду спрашивать, кто победит, хотя, может быть, вы знаете, вы скажете, ну, более осторожно, скажем, как вы считаете? Ну, я считаю, что победит Трамп, и в данном случае у Америки развилка сейчас очень сильная. Если все-таки к власти придет Хиллари Клинтон, а у нее 20% есть возможности прийти, то Америка может закончиться, как бы она уже, в принципе, то, что сейчас происходит, это просто даст еще больше минус. У Трампа все-таки больше положительных шансов вытянуть Америку и не допустить, может быть, всемирной какой-то военной проблемы, то есть урегулировать как-то мир, потому что, ну, пока вот кроме Трампа, я пока не вижу реальных людей, кто мог бы, ну, быть лучше, назовем это так. Лена, вы меня простите, пожалуйста, но сейчас, мне кажется, вы анализируете ситуацию. Кто лучше? Нет, Хиллари, кто лучше Дональд? А как? Я Трампа я заметила, когда он только начал, и то есть именно наблюдая за вашими, как это называется, ну, те, кто хотят быть президентами, да, я просто посмотрела всех и поговорил с людьми в США, кто у меня клиенты, люди все-таки склоняются, что республиканец будет лучше, и я все-таки увидела Трампа больше, чем кого-либо другого. Вот я бы так сказала. То есть я, в принципе, за этим вопросом слежу. Может быть, но, допустим, когда для меня, вот вы побеседовали с одним человеком, с другим человеком, вот, понимаете, как я понимаю это? Вот астрологи, они опираются на какое-то положение небесных светил, на гороскоп, натальную карту и так далее. Они вот все это совмещают. Как только мы начинаем углубляться, или они начинают углубляться, это лучше, это хуже, что произойдет там, что произойдет здесь, тогда начинается какое-то вмешательство уже совсем другое, потустороннее, я бы так сказал. Вот как для меня, человек-предсказатель, парапсихолог, он сконцентрировался, и у него возникла картина. Вот этот человек президент. В данном случае идет анализ. Я только это и спросил. Вы, конечно, ну, для меня, как для обывателя, человека с улицы, можно сказать, хотя, ну, допустим, я что-то еще понимаю в этом, но, тем не менее, скажите, если это не так. Ну, по-разному бывает. Бывает, как вы говорите, картинка, бывает ощущение, бывает мысль, бывает видение. Uh-huh. Бывает просто векторное сосредоточение на результате, как вот это у Вольфа Григорьевича Мессинга было, да, то есть он исходную точку видел, вот, но в данном случае, так как есть состояние выбора в самой Америке, да, как бы в ее пути развития, отсюда получается процентарность того или иного, ну, человека, кто придет к власти. Но, в принципе, так как я Обаму тоже предсказывала, да, на второй срок, у меня есть такое предсказание, оно в Твиттере висит закрепленное, вот, то я как бы все-таки больше вижу Трампа. По моим ощущениям, вот как бы он больше идет как лидер Америки в следующем моменте. Я понял, это я вас пытался, так сказать, сбить, такой трюк ведущего. Но на самом деле, действительно, вы знаете, еще раз, я далек от политических каких-то ситуаций, специально я не хочу, потому что мнение есть мнение, мнение зачастую заказывается, а вот независимые мнения экспертов, скажем, астрологов, с которыми мы общаемся, как раз именно в эту пользу. Действительно, в пользу Дональда Трампа. И мне остается только вот сделать такое, то, что называется disclaimer, это по-английски, или вот такое, скажем, напоминание, поскольку на всех радио и в медии об этом надо говорить. То есть руководство радио не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире и не всегда согласна с этим мнением. То есть все, о чем мы говорим, это всего лишь информация, как ею пользоваться, вопрос другой. Нравится мне или не нравится, верю я или не верю, это, так сказать,
в другой стороне лежит. Мы эти вещи не рассматриваем, а мы рассматриваем вот вас в данном случае как человека, который видит не то, что видят другие. Лена, скажите, хорошо, давайте мы от таких глобальных, скажем, проблем отойдем, а займемся простыми, обычными вопросами. К вам приходят люди, к вам на консультацию, к вам за помощью приходят. Вот кто к вам больше обращается? Ну, скажем, по гендерному признаку, наверняка женщины. Женщины хотят все знать, а мужчины не верят, как правило, в это. Так что даже об этом я и не спрашиваю, вы, наверное, подтвердите. Чаще всего, да, вы правы, я тоже недавно об этом думала. По большей мере приходят женщины. Не потому, что там они больше хотят знать, наверное, потому что они более интуитивны, ну, развиваются всегда, и они более доверяют своим каким-то внутренним вопросам, и поэтому ищут ответ от кого-либо. Мужчины боятся, по большей мере, ходить к таким людям. То есть, либо их заставляет нужда, либо они стараются избегать этого, либо через своих жен, дочерей, там, ну, как бы сыновей даже бывает приходит. Но все равно какой-то процент мужчин приходит, и также точно с проблемами в личной жизни, в делах, в бизнесе. Сейчас очень мир изменился, и, соответственно, все это как бы необходимо стало людям. Понятно, хорошо. А с какими в основном люди приходят к вам вопросами? Ну, я понял так, ну, мы с вами беседовали вне эфира, и вы мне рассказывали, чем вы занимаетесь, да я, собственно говоря, и читал, мы с вами там в друзьях и ВКонтакте, и там на Фейсбуке. Что больше привлекает людей, гадания, предсказания или, скажем, исцеление? Ну, прежде всего, как бы работаю как... Все вместе, я бы сказала, в моем случае. То есть я работаю как бы в совокупности. Я не делаю так, что вот отдельно я просмотрела человека, потом надо с него снимать негатив, там, и потом делать расклад на будущее, там, в следующий какой-то сеанс. Там. Я это все делаю в одном сеансе, потому что если не снять с человека негатив, с которым он пришел, то впереди можно разложить очень плохое. Да? Обычно приходят с проблемами, и человека надо вывести. Бывает, что то, что сделано на человеке, как порча там с глаз, оно влияет психосоматически. Соответственно, я при снятии негатива использую оздоровительный сеанс, и, соответственно, после этого я делаю раскладку на будущее уже, то есть предварительно сняв негатив. То есть, ну, в основе своей, наверное, часть людей вообще склонна к тому, чтобы прийти посмотреть, что у них, да, если допустить такой, ну, вариант отношений с клиентом, и все там, ну, и ты посмотрел, и все там. А когда встает вопрос, как выйти из положения, и ты начинаешь объяснять, да, соответственно, не каждый человек идет дальше там или хочет идти дальше. Поэтому вот я, исходя из психологии человека, что люди как бы либо жалеют денег обычно, да, вот как бы, либо хотят сэкономить, либо вообще на халяву, да, что-то узнать. Это специфика сегодняшнего человечества, да. Я просто делаю это в один сеанс. Я считаю это правильно, потому что, ну, как бы нельзя все-таки раскладывать с того, с чем человек пришел как минус. Иначе будет минусовая дорога тогда в будущем. Понятно. Скажите, из другой оперы. Вы упомянули о том, что вы гадаете на Таро и на картах Ленорман. У нас есть регулярный таролог, с которым мы ведем программы. Буквально мы с ним вели программу 2 дня тому назад. Известный человек, руководитель школы. Я задавал ему такой вопрос, карты Ленорман. Он говорит, а зачем мне карты Ленорман? Я, говорит, второго вполне мне хватает этого. Ну, на самом деле, как бы для людей незнакомых, ни с Таро, ни с картами, с другими картами, там много всяких вариантов гадания, для них это одно и то же. Но есть нюансы. Можете так вкратце объяснить, о чем идет речь и почему вы пользуетесь? Вы проверяете один расклад с другим раскладом, один подход с другим подходом? А
карта Ленорман – это карта издательницы французской Марии Ленорман. Соответственно, система очень глубокая на самом деле. Мне она открылась, вот именно открылась, да, как бы я картами пользуюсь с 2002 года Ленорман, но открылась именно сама колода, да, как бы говорят, именно на случай, когда, ну, мы с коллегами искали девочку в 2011 году, ну, смотрели, просматривали ситуацию, и на стыке вот поиска души этой девочки у меня открылась мне колода, я начала, то есть, просматривать. На Ленорман, на самом деле, можно и предсказывать, и просматривать психологические какие-то моменты, просматривать, ну, как бы, сделано на человека, не сделано. То есть это как бы универсальная такая колода, в принципе. Я пользуюсь самой вот этой маленькой колодой, могу даже сейчас показать. Вот есть такая колода Ленорман, есть вот такая, да, вот у меня две. Угу. Вот эта вот, она более тяжеловатая, там даже рисунки очень такие мистические. Вот, но как бы в основе своей эти карты показывают путь, да, допустим, если надо посмотреть отношения человека. Вот, если мне, допустим, некогда, и я задаюсь вопросом, есть ли там негатив там где-то в пути, я просто, мне достаточно, у меня в машине тоже есть колода такая маленькая, вытащить карту, и я как бы тут же снимаю этот негатив, то есть я обычно это делаю сразу, то есть не запуская систему, да, как бы минусовую, чтобы она не материализовалась в минус. Вот. Таро – это более глобальная система, она действительно, правильно таролог сказал, она показывает больше взаимосвязи между определенными людьми, потому что там больше есть фигурных карт, назовем их так, которые могут определять какого-то человека. Арканы, ну, блин, имеете? Ну, арканы, да. Фигурные карты, если дама, король, там, возьмем такие, да, по простому раскладу. Если вернуться к простому гаданию, простые карты, да, вот я начинала с них. Сейчас иногда я думаю тоже пробовать экспериментировать на них, но я немножечко смущаюсь в этом, потому что на простых картах, если ты разложил, то ты уже аннулировать расклад не можешь. Там имеет момент фатальности. И вот был момент, что я... Не я, а вот мне подруга просто нагадала, и, соответственно, вот в июле сбылось действительно два события каких-то, которые не очень хорошие, но я не смогла их избежать, как бы, слава богу, что не хуже, но все-таки они фатальность показывают, и снять уже из будущего эту ситуацию очень сложно, вот в чем дело. А на Таро и на Ленорман ты все-таки можешь нивелировать ситуацию. Хотя, кстати, карта Ленорман, если ты разложил на вперед, на будущее, вот бывает, знаешь, любители, которые покупают карты, вот у меня есть тоже клиенты, ну зачем кому-то обращаться, надо купить, изучить, и типа ты все знаешь. Хочу тоже предостеречь об этом, потому что раскладывая карты, вы раскладываете то, что заложено в вашем подсознании, и, соответственно, вы раскладываете тот минус, который вы не можете снять. Вы не застрахованы от этого, от того, что вы выложите плохое. И это сбудется. Сказать, простите, о том, что Кверент, допустим, задает вопрос, и тогда вы каким-то образом свое личное отношение к этому вопросу уже вкладываете в эти карты? Нет, я свое вообще отношение не вкладываю. Когда мне Кверент задает вопрос, я смотрю объективно, что есть его вопрос, и смотрю, в какую сторону его, допустим, можно вырулить. Ну, например, да, там, сняв негатив там предварительно, и опять же, все равно я не смотрю вперед так фатально, жестко, да, там, если я чувствую, что в человеке есть негатив, я прежде всего всегда предупреждаю, что надо вообще-то снять, да, а потом уже смотреть. Единственное исключение я делаю для недоброжелателей, когда люди наезжают там и начинают хамить, то тут я уже жестко предсказываю то, что в человеке есть, и оно не очень хорошее, и оно сбывается подчас. Я бы сказала. Да, а скажите, пожалуйста, вот вы такой термин применили, фатальность. И ваша подруга, вот когда вам гадала, вы говорите, два неблагоприятных каких-то события, они действительно, вот так они и сбылись. Если она гадает это вам, и вам об этом говорит, то не считаете ли вы, что вы каким-то образом уже где-то у вас в подсознании уложилась вот эта неблагоприятная ситуация, которую вы к себе и притянули потом? Дело в том, что когда мне человек это разложил, допустим, у меня эти ситуации сложились, ну, в частности,
у нас просто погибла собачка неожиданно. Ну, как бы сами знаете, что животные берут на себя негатив. Собака абсолютно здоровая, это собака моей дочери, так как около нас сейчас есть человек, который недоброжелателен, соответственно, я реально знаю, от кого из этих людей в данном случае произошло. И появилась неожиданно моя подруга, просто так сопоставила, что это сбылось, и я вдруг вспомнила, что она мне говорила, что около тебя крутится пиковая дама. Это, к слову, о простых картах, да, фигурная карта выпала, и вот она показывает недоброжелателя. То есть, если бы я, допустим, себе гадала сама, то я бы это отвела просто. Но это бы сбылось, но не так жестко, да. Я уже не раз замечала, почему я на простых картах стараюсь мало гадать. Вот даже пример скажу. В 2008 году я ехала на битву экстрасенсов, и, ну, прям, скажем, я погадала, у меня вышло, что да, у меня есть вариант пройти туда. Я очень хотела туда пройти, потому что на тот момент было просто необходимо. Вот, и я просто потом, случайно проходя мимо, взяла карты, ну, обычные карты сына, ну, они, знаете, мальчишки играют, лежала на столе, ну, не на столе, а на полочке, и просто автоматом вытащил карту черного вальта, это пиковый валет, это пустые хлопоты. Все, вот как у меня, вот вся эта дорога оказалась пустыми хлопотами, по сути, потому что вроде бы я могла пройти, но сложился ряд обстоятельств, что, ну, у меня ребенок младший, в пятом классе был, мне не совсем удобно было ехать, ну и плюс там все-таки не очень удобные условия для работы с телевидением, ну, сами понимаете. Да, ну, на самом деле, да, я знаком с битвой экстрасенсов. Поэтому вот элемент фатальности, это вот как изменить ход событий, когда уже точка невозврата пройдена, и ты как бы понимаешь, что все, ну вот простые карты, они именно вот на этом основаны, то есть ты не можешь изменить. Единственное, что если ты зафиксировал плохое предсказание, сон или событие, и если ты его виртуально отработал, вот я даю такую систему обычно своим клиентам, тогда только можно что-то аннулировать, изменить. Я понял. Лен, скажите, если, ну, есть тарологи, допустим, гадатели, они взяли, разложили карты и ответили на вопрос. Да-да, нет-нет, так будет, так не будет и так далее. Но существуют ведь на самом деле еще какие-то практики, которые говорят о том. Ну, то есть я почему задаю этот вопрос? Просто по аналогии, как мне объясняли в Индии, допустим. Вот сегодня... То есть все, ничего не статично, оно все динамично. И судьба, если у нас одна, то варианты судьбы у нас разные. То есть сегодня, в данный момент, вот ситуация такова. Но и нам об этом говорят. Но в принципе мы можем изменить эту ситуацию. Мы сами хозяины, как говорится, своей судьбы, мы можем ее изменить. Поэтому человек, который видит, что у него где-то как-то не так, он может пытаться это сделать, и тогда ситуация дальше поменяется. Если вы разложили, допустим, сделали расклад, и вот ситуация какая-то такая, можете ли вы применить какие-то, скажем, магические практики, или как, не знаю, как это называется, для того, чтобы ситуацию эту изменить по сравнению с тем, какая она на сегодняшний момент? Ну, можно это сделать. Я делаю такие вещи, как бы подключаясь к человеку и к его ситуации, допустим, дорабатывая то, что не на сеансе, а уже после сеанса, или, ну, то есть я дорабатываю иногда клиентов, да, то есть если я постоянно с людьми работаю, то я могу влиять, в принципе, на какие-то вещи, чтобы, допустим, улучшить ситуацию у человека, там, в лучшую сторону, отодвинуть, отвести кого-то, да, потому что, ну, согласитесь, что предметно отвести недоброжелателя, который желает там смерти кому-то, это достаточно сложно, вот, и при том, что я на сеансе отвела этого человека, все равно я периодически вспоминаю своего кверента, допустим, или кверентку, и периодически я работаю над тем, чтобы этого доброжелателя, ну, недоброжелателя держать на расстоянии, как бы, соответственно, отводя его, так сказать. Ну, это как бы идет именно воздействие через мое сознание на расстоянии. Это не обязательно присутствие даже человека. Почему, кстати, я и работаю онлайн, потому что я, в принципе, могу влиять на все, что угодно. Но, опять же, в рамках разумного, то есть, как вам сказать, как вот шоу, я это не делаю. Я это делаю только кармически вынужденно, потому что я не имею права вмешиваться в какие-то процессы, ну, как сама захотела.
это наказуемо всегда. То есть нужно все делать кармически, как положено, как бы они по своему желанию, понимаете? Хорошо, а скажите, то, что касается целительства, ну, буквально через там небольшое время мы проведем такой сеанс, мы с вами договорились, я буду проводником, поскольку кроме аватара у нас в студии никого нету, поэтому придется мне. Ну, а те люди, которые будут, мы запрограммируем, точнее, вы запрограммируете, которые будут смотреть на записи, они энергию будут чувствовать, я тоже попытаюсь, так сказать, направлять это на наших радиослушателей, позитивную энергию, естественно. Так вот, когда люди приходят по поводу целительства, по поводу каких-то проблем, связанных со здоровьем, и вы решаете эту проблему. Такие случаи бывают, да? Я хотел спросить, да, для начала. Бывает. Официально я не лечу, потому что у меня нет медицинского образования. У нас в стране это запрещено, если человек не имеет медицинского образования, быть целителем. Но я как специалист эзотерических практик, то есть я могу вести оздоровительный сеанс. То есть, ну, сеанс снятия негатива и в том числе определенная медитация, которую я даю людям, это как раз и есть оздоровительная практика. То есть, ну, у меня обычно... в том числе и выкатка на яйцо, да, вот я и делала, или отливка на воске. То есть обычно после этого у человека могут уйти диагностические проблемы. То есть у меня были случаи реальные, где, ну, даже очень сложные заболевания вдруг проходили, там, вплоть до порога сердца, там девочка с детства наблюдалась, и врач просто сказал: забери свою карту и больше не приходи, я в это не хочу верить. То есть абсолютно у нас медицина, она полностью сейчас отрицает наше направление целительское, и как бы тут идет какая-то борьба за рынок, я так понимаю, в стране, в России, и получается, что ну, я просто делаю оздоровительный эффект, а у человека вдруг уходит, если это не очень сильно. Но бывают случаи, когда есть у человека диагностика, реальное какое-то заболевание, то я просто снимаю сильный, ну, сильный минус, да, как бы, который может дать смерть или вообще что-то страшное. А человек уже дальше выходит через других специалистов, смотря во что человек верит. Есть люди, которые, допустим, могут после меня выйти, бросив пиво и больше не пить там, или водку, да, там. А есть люди, которых я методично вывожу. Все зависит от самого человека, от его внутреннего состояния сознания, понимаете, что можно снять сразу, что можно постепенно, а что все-таки выводится через других специалистов окончательно, там, допустим, ну, как это называется, лекарственными, травяными способами, отварами там. То есть, как дополнительные средства в этом случае для оздоровления человека, я считаю, все хорошо, поэтому это должна быть совокупность специалистов, не только я там, ну, могу что-то, взмахнула палочкой и вылечила человека, да. То есть я на себя такую ответственность не беру, потому что, ну, это лучше для меня. Понятно, понятно. Но это никак не противоречит то, чем мы тоже занимаемся, поскольку у нас тоже есть какие-то варианты, будем называть, альтернативного целительства, которые абсолютно никак не отвергают наше традиционное лечение, и врачи, безусловно, нужны, и они, безусловно, делают большое дело, избавляя нас от мучений, страданий и каких-то неприятностей. Тут нет проблем. А вот такой, ну, скажем, морально-этический вопрос, лежащий не в сфере физического тела, ведь мы это только одна из составляющих, то есть мы знаем о том, что это тело, дух, душа, допустим, тело, ум, душа. Не считаете ли вы, что человек, приходя на сеанс целительства и обращаясь к такому целителю, так сказать, переносит свою ответственность за то, что с ним произошло, именно на него или на нее? То есть это относится к каким-то кармическим, возможно, болезням, потому что генетических, на мой взгляд, ну, это сегодня, так скажем, трактуется, потому что карма отметается на самом деле. Она же непонятна. Вот. Как вы можете ответить на этот вопрос? Вообще, как бы, когда целитель работает с пациентом, вот есть реальный целитель, да, вот только целитель, да, возьмем, то я просто знаю очень много коллег, которые берут на себя вот это.
чужие проблемы. И, кстати, почему тоже я не занимаюсь лечением? Потому что может быть переход. Дело в том, что когда у человека есть какое-то заболевание, это уже связано с тем, что что-то он накосячил в жизни, в этой или в прошлой, соответственно, что вот в этой жизни, помимо порчи, да, которую ему сделали, у него вот это скомпоновалось в какую-то диагностику нехорошую. И то есть я вообще столкнулась с тем, что не все можно снимать. То есть бывает, что ты работаешь с человеком, он кому-то там должен, он, допустим, сделал какой-то минус кому-то по деньгам, и ты как бы работаешь с ним, хочешь его вытащить, а в итоге ты попадаешь с этим же человеком на такой же минус, который он кому-то сделал. Здесь нужно смотреть, с кем ты работаешь. И в этом случае, конечно, существует переход, может быть, переход приобретенный, да, вот негатива в виде болезни, снятого с пациента. Поэтому, ну, кто как выходит из этого? Кто-то медитирует 40 дней, кто-то молится, да, знаете, такие случаи есть. Кто-то ходит по церквям, ездит, я знаю, целители, не принимают в какие-то дни определенные. Вот. Я, например, просто восстанавливаюсь. Мне достаточно, там, если я поработала с людьми, мне достаточно какие-то дни просто не принимать. Там вот очень хорошо дача помогает, да, когда приезжаешь на свои 6 суток, и там никто не мешает, вот этот энергетический заряд, что вот есть само пространство, оно лечит. Ну, и восстанавливает. Земля. Угу. Да, земля, она как бы, ты вот как будто бы с груз весь снимаешь. Вот я после дачи обычно как очищенная приезжаю. Вот. Ну, чиститься надо абсолютно. Те, кто работает с людьми, в любой сфере нужно обязательно снимать с себя негатив, потому что мы хватаем его прежде всего эмоционально, на что-то реагируя внутри себя, там, даже не осознав этого иногда. Ясно. Ну, хорошо. А скажите тогда, вот последний вопрос в этой теме. Бывали ли случаи, когда вы отказывались своим, ну, не потому что они вели грубо, а потому что вы видите, что человек получил какую-то проблему, и эта проблема связана с этим человеком, и это просто по жизни просто очень негативный человек, и с ним просто не хочется иметь дело, или таких случаев не бывает? Ну, вообще, как бы, у меня таких случаев не бывает. То есть, ну, в каком смысле? У меня, я, приходит человек, я с ним работаю, и все, и человек там уходит, потом опять приходит, но у меня были случаи, когда я вытаскивала людей из плохого очень состояния, и люди предавали меня. В этом случае я больше этих людей не принимаю. То есть я напрямую таким людям говорю, что я с ними работать не буду. Вот. Бывает так, что если это люди серьезные, статусные, там, из, ну, чиновники или блатные, ну, будем так своим языком называть, я очень аккуратно с этими людьми работаю, потому что это люди, которые знают очень много информации, которая мне не нужна абсолютно. И здесь я тоже могу не работать с человеком, либо работать только в ключе личной проблемы, как вот у меня были случаи, то есть в плане вот криминальных людей, я работаю только чисто лично, если у человека там приворот снять, снять какое-то воздействие, восстановить там диагностику, как полечить немножко, восстановить человека. Но ни в коем случае там я не лезу в те дела, которые люди в своей голове носят, я четко вот от этого абстрагируюсь и считаю, что таких людей даже, ну, честно говоря, это самые сложные клиенты, это те, кто очень богат или очень богат с другой стороны. Ну, понимаете. Я понимаю. Хорошо. Лена, давайте, время нашей программы запланированное, в принципе, уже подошло к концу, а у нас еще впереди сеанс целительства на мне. Дорогие друзья, обращаюсь уже к нашим радиослушателям, те, кто сегодня у нас в эфире присутствует и слушают, а также к тем, кто будет нас слушать и видеть на YouTube, на Фейсбуке. Елена занимается не только то, что вот сегодня, это первая наша программа, а еще то, что называется сглаз, привороты, там, отвороты, я знаю, завороты, как их там назовешь. Мы на эту тему поговорим, потому что, ну, скажем, да и здесь у нас в Чикаго я к нам обращались несколько раз по этому поводу. Это сегодня, к сожалению, присутствует. Вот. На эту тему поговорим мы в следующий раз. Давайте мы тогда на мне будем проводить эксперимент. Это недолго, как я понимаю, да?
так буквально минут три. Значит, садимся ровненько, ручки, ножки не скрещиваем. Значит, закрываем глаза. Для начала вы сейчас будете представлять себе, что вы вдыхаете в себя серебристую энергию. Вдыхаете воздух, а с ней вы вдыхаете как бы серебристую энергию. И выдыхаете воздух вместе с этой серебристой энергией в себя. То есть, и начиная с темечка, ваша серебристая энергия начинает погружаться в ваше предметное тело внутри вас, полностью съедая все черное, что накопилось годами, да, будем так говорить. Пальцев, рук и ног, энергия проходит по, прочищает чакры определенно, да, но все это мы делаем серебристой энергией, и в итоге как бы вы можете даже представить себе звездочки, которые сквозь темечко проходят и полностью поглощают всю черноту, которая накопилась у вас до кончиков пальцев, рук, ног. Вы видите серебристые звездочки. Если не можете даже визуализировать, вы можете просто представить или просто подумать об этом, соответственно, все равно это будет проходить у вас, да. Минуты три вы можете посидеть вот в этом состоянии и обязательно сосредотачиваться надо только на серебристой энергии. Почему? Потому что эта серебристая энергия именно дает вам возможность очищения и обрыва всяческих негативных волн. В данном случае также эта энергия восстанавливает биополе. Концентрироваться почему надо только на серебристой энергии? Потому что, во-первых, она помогает вам учиться медитировать. То, чего люди забывают, в общем, в нашем мире. Вы сейчас полностью погружены вот именно в процесс серебристой энергии. И она начинает создавать в вас такую легкость. Легкость, да? Соответственно, вы сейчас глазки все открываете и говорите свои ощущения, которые вы могли бы ощущать, допустим, сами себе обязательно тоже скажите, что вы ощущали после этой энергии, потому что обычно нужно отметить улучшение ситуации, обычно возникает легкость, даже если человек что-то не видел. Вот. Если утром человек встает тяжело вместо чашки кофе, очень хорошо то же самое сделать, только золотистой энергией, опять же, четко сконцентрировавшись на ней, пропустив сквозь весь объем тела, соответственно, будет очень хорошая работоспособность, но на ночь такую золотистую энергию нельзя делать, иначе вы не заснете. То есть серебристая энергия – это ровное состояние души, вы как бы гармонизируете полностью свое состояние ментальности, астральности и предметики, и у вас просто выходит все как вот накопившееся. Да? Обычно лучше делать это на ночь. Я вот обычно лежа делаю, да, как бы на ночь, когда ложишься спать. Вот. И, соответственно, почему лучше вот после трудового дня это сделать, чтобы вот убрать все привязки, которые, допустим, вы собрали в очередях где-то в магазинах, да, там, ну, где людей много, там, с работе с клиентами, где есть раздражение, вот эти эмоции вырванные, да, как бы, которые создают плохой фон по здоровью потом. То есть вот эта серебристая энергия, она будет вам в помощь, всегда можете ее делать обязательно, да. Тут нужно просто серьезно, реально вот делать медитацию, тогда она только даст какие-то плоды, ну, как и все любое излечение, да, у нас. Вот, ну, расскажите, какие вы чувствовали ощущения, Майкл? Ну, на самом деле, я ощущал, действительно, просто, ну, я умею визуализировать и медитациями так занимаюсь. Ну, легкость действительно была, то есть я как бы представлял себе, что по позвоночному столбу проходит вот эта энергия сверху вниз, снизу вверх, с первой по седьмую, седьмой по первую чакру, и вот таким образом вдох-выдох. Единственное, что не всегда получалось именно внутри себе, это, вы сказали, концентрироваться, выдыхать внутрь самого себя, да? Да. Ну да, ты выдыхаешь, как бы ты концентрируешься на выдохе в себя, то есть, да, ты то выдыхаешь... То есть это замкнутый круг, который называется микрокосм, сверху и снизу, да? А просто именно вот внутри самого себя, для того, чтобы энергетические потоки, которые у нас есть в теле, вот активизировать. Я правильно понимаю, да? У нас, кстати, интернет. Дорогие друзья, ну, наверное, это сигнал. Не просто так. Мы сегодня беседуем
с Еленой беседовали, с Еленой Порецкой, парапсихолог, экстрасенс, гадалка и целитель, снимает с глаза негативы и так далее. Ну вот, рассоединение произошло. Мы возвращаемся с Еленой сейчас. Да, Елена, у нас я, да, вас уже нету на стуле, вы уже улетели, я вижу. Вот, только вот стол и стул, а вас вообще не видно. Но интернет проблема, так что, наверное, нам придется все-таки эту программу закончить. И мы, наверное, к сожалению, нет у нас соединения, так что эту программу мы заканчиваем.